Tá doido. Конечно, у нас же сегодня не только свобода слова, свобода действий нет, да. Итак. Но мы все под впечатлением от награждения. Итак. Вышла Леночка на сцену, шум пронесся по рядам. Лена, Леночка, ты гений, вот ведь шанскую бы нам. Браво! Такого прекрасного поэтического опуса слишком жидкие аплодисменты. Итак, друзья, следующая команда. Улыбняйте, вам вообще-то репетируем. Тишина, это знак согласия. Ребята, мы реально. Вы готовы? Слово. Можно вопрос сейчас ударить? Это даже не будет. А вы на вопрос отвечаете? Почему сегодня Петя просыпался 10 раз? Потому что в кулебяку подмешали ананас!